Летим в Италию. Посетим города. Флоренция, Ливорно и Пиза. Из аэропорта Пизы до города идет полностью автоматически управляемый поезд. Поездка занимает примерно 10 минут. Стоимость проезда на данный момент 5 евро. Невозможно пройти мимо этой стены. Огромное граффити на стене. Название этого произведения – «Весь мир». Последняя работа художника Кита Харинга. К сожалению, он умер молодым. Едем на поезде из Пизы. В чудесный город. Флоренция. Флоренция по-итальянски. Звучит как Ференца. В поезде довольно много народу. Многим людям приходится стоять или сидеть на полу. Время в пути занимает примерно 1 час. Как всегда, возникают определенные проблемы с поиском туалета. С указателями некоторая запутанность. Туалет находится на 5-й платформе. Знайте это, пожалуйста. Кто приезжает сюда на поезде? Стоимость визита в туалет – 1 евро. Туалеты в городе все платные, и их мало. Остаются только кафе и рестораны. Первым делом идем в гостиницу, чтобы оставить там рюкзаки и идти гулять по городу. Хотя нам вселяться в апартаменты, которые мы заказали заранее, только с 4 дня. Нам любезно предоставили возможность оставить вещи в гостинице. Ах, Флоренция, чудо, город-музей под открытым небом. 7 октября, а температура воздуха около 30 градусов по Цельсию. Попали в лето опять. Я не представляю, как тут можно находиться летом, когда воздух нагревается до 40 градусов и выше. Про историю Флоренции я рассказывать не буду. Есть много видео об истории Флоренции, в которых грамотные люди, историки и профессиональные гиды рассказывают об этом. Но некоторыми своими впечатлениями поделюсь по ходу нашей прогулки по городу. Какой великолепный фасад церкви. Какие потрясающие статуи и барельефы. Глаз невозможно оторвать. Хотя это все копии. Оригиналы мы посмотрим позже. Они находятся в музее, который мы посетим позднее. На эту башню мы не полезем. Годы уже не те. А двери? Ты посмотри, какие чудесные двери. Просто ходим, смотрим, созерцаем. Прогуляемся по Флоренции вместе с нами.
Пол выложен мрамором разных цветов. К сожалению, в баптистерии идет некоторая реставрация. Но мозаики впечатляют. Зайдем в собор. Можно увидеть остатки пола более ранней церкви. Мозаики. Древние надгробные плиты. Мощи. Это могила Филиппо Брунеллески. Он купол возвел над этим собором.
магазин сувениров. Поднимемся выше и осмотрим собор. Пол из различных цветов мрамора. Часы с интересным циферблатом. Какие прекрасные фрески купола! Данте и 9 кругов ада в его представлении. Чудесные двери завораживают. После посещения таких мест испытываешь переполнение чувств. На сегодня культурной программы достаточно. Возвращаемся в отель, пройдемся немного еще по городу. Магнитики. Сувенирщики. Мусорники. Аптека. Долгожданный туалет за 1 евро. Бюст Джузеппе Долфи, итальянский патриот и масон. Говядина. Для знаменитого флорентийского бифштекса. Магазин сладкой жизни. Жизнь в шоколаде. Старый способ мошенничества. Игра в наперстки. Известная с давних времен. Странно, но ни полиция, ни жандармерия их не гоняет.
В следующих видео я расскажу о некоторых случаях мошенничества и вымогательства в городе Флоренция. Памятник Козимо Медичи. Сегодня устали. Будем отдыхать. А завтра с утра идем в галерею Уффици. Апартаменты. Электричество включается ключом. О, какие апартаменты. Смотрите. Просто дворец какой-то. Просто дворец. Зеркало больше, чем телевизор. Телевизор не буду смотреть. Буду смотреть в зеркало. О, еще одна. Так, Ирина будет здесь спать. Храпит, а я буду здесь. Вот, что тут еще? Ой, маленькая кухонька. Ничего, тут еще холодильник. Так, посмотрим на тарелки все это. Все тут разные. Писсуары, душ. Да. Хорошо. Мусорники. Не знаешь. Пять. Только не знаешь, куда что кидать. Пять. Так, а что еще? Что тут еще? Так. О, дворик. Может, скурить можно? О, классно. Смотри, какой флорентийский двор, колодец, да? Наверное, можно и покурить, да? Я думаю, да. Да. Ну, ладно, очень классно. Ой. Кофемашина. Ну, такие же. Это тот самый обогрев. Ну, кондиционер, короче. Все. Нормально? Нормально. Ну, вот. Ba-da-b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 a-